Информация о якобы приостановке работы Биробиджанского центрального рынка на неделю из-за распространения коронавирусной инфекции не соответствует действительности. Об этом сообщило руководство торгового объекта. По словам генерального директора рынка Владимира Бегунова, данный фейк несет угрозу создания помех для работы торговых точек. При этом павильоны продолжают функционировать в штатном режиме. Народ действительно переживает, те, кто торгует на рынке, закроют рынок, не закроют рынок. Это все неверное сведение, рынок никто закрывать не собирается. Он как работал, так и работает в своем режиме с 8 до 20 часов. Приобретать продукцию на рынке население продолжает, но ажиотажа, как было ранее, не наблюдается. Народу стало меньше, да и то закупаются преимущественно представители старшего поколения. И это несмотря на то, что представленные на прилавках продукты питания товар востребованный. У нас их и что раньше, что сейчас не было народу много, поэтому не сказать, что увеличился или уменьшился покупательский спрос. Вообще никого нету. 2-3 человека ходит. Вообще мало покупателей. Мы готовы работать, потому что у нас продукция, и люди как будто будут наши продукции как будто просят. Напоминаем, за распространение фейков, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, предусмотрена административная ответственность. За такое хулиганство нарушителю грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.